Для тех, кто хочет знать про самые новые майнинги, которые рабочие, которые нет, рекомендую вам подписаться в шапке профиля на телеграм-группу. А сегодня я вам покажу видеообзор на Arbix, как мы будем выводить эфириум. Значит, что нам нужно? Минимальный сент у нас вывод идет 3 нуля и 4 эфириума. Значит, будем выводить на Binance. Так, переходим в Binance. Так, перешли в Binance. Нам нужно... Ищем вот. Выбираем эфириум. Обязательно выбираем сеть Arbitrum One, как указал разработчик. Так, копируем кошелек. Нажимаем Send. Вот видите, блокчейн Arbitrum One. Так, вставляем. Так, максимум. Send. Все, деньга полетела. Так, теперь заходим на... Где мы тут можем посмотреть? Вот это кошелек. Сейчас тут статус подождать. Ладно, давайте пока на Binance перейду. Вот, у меня сейчас в наличии 16, на 16 долларов эфириума. Сейчас будем ждать, когда к нам залетит. О, смотрите, видите, прошло, ну, буквально минута. Все, к нам уже эфириум залетел. Сейчас обновляем. Все, видите, вот эфириума у нас стало. Ну-ка, сейчас история. Вот обработка. Так, смотрим. Зачислено 0,059 эфириума. Все, всем удачи, всем профита.